Доброе утро! У нас сегодня тортик едет к имениннице. Вот такое вот холодное сердце. И здесь еще леденцы. А что здесь еще? Прянички и меренги. Такой маленький кэнди-бар. Так, я тут варю супчик. Все, мы тортик отвезли, все отвезли. Сейчас будет супчик с фрикадельками и с лапшичкой. Сейчас еще немножечко покипит. Ну, вернее, сначала закипит, потом еще покипит. У нас тут чтение. Литературное чтение, да? Кто написал? Шарперо. Шарл. Ле. Шальперо. Шарльперо. Угу. Зарубежные писатели. Как я, кстати, люблю. Так, я только недавно проснулась. В общем, я вчера делала пряники аж до 4 утра. Но мне нужно было там и торт сделать, и леденцы. Можно было бы это делать днем все, но у меня тоже, в общем-то, не было времени. А леденцы и торт нужно делать именно заранее. Ну, как бы перед, да, днем рождения. Я не могу это, например, как просто пряники, сделать их заранее. В общем-то, вот так вот получилось, и еще там нужно было поехать обязательно на Красную площадь. Вот, и я сейчас даже спала в обед, вот с 12 до 2. Сейчас сделала тесто пряничное, потому что меня опять ждут прянички. И еще сегодня у Гриши вручение пояса. Сказали, что все в порядке, что он сдал. Гриша 2 плюса. Один за перепрыгивание через пояс. Как-то в 4 раза сложить пояс и перепрыгивать, как на скакалке. Если честно, не видела такого упражнения. Вот, но сказали, что, в общем, там же было много людей. Нужно было делать это упражнение. Те, кто сбился, там споткнулся, вот, то садится. А те, кто остался, ну вот, дольше всех, больше всех раз делали, тем поставили плюсы. Вот Грише поставили плюс за это и плюс за шпагат. Так что Гриша вчера на сдаче пояса, то есть теперь у Гришки сегодня синий пояс. Мы поставили 2 плюса, он очень доволен, это очень хорошо. Вот, сегодня написали, вообще написали сначала, что это будет 28 декабря вручение пояса, но почему-то сегодня. У нас еще сегодня какие новости? Машина. В общем, мы вчера, когда ехали, слышим, что что-то стучит. Ну, не так, в общем, звук у машины. Казалось, что там помпа и ролик какой-то. В общем, заказали. В среду или в четверг должно прийти. Поэтому пока я без машины. Вот. Афоня, покажись. Афонь, иди сюда. Ну, иди, маску тебе поправлю. Фонька решила опять примерить костюм, а то вдруг он на него, вот эту маску, ты можешь потом поднимать, понимаешь? Вот так вот, например. Я повесился. Ты решил проверить, не стал ли на тебя костюм маленький, да? Ну и как, он не стал маленький? Это машины ключи я ношу. А, да? Это как будто от машины ключи? Да, да. Здорово. Только ты в костюме не кушай. Чуть-чуть погуляй и сразу снимай, ладно? Хорошо? Маску одеваешь? Так, как поднять себе новогоднее настроение, Афоня? Включить массу? И что, будет хорошее настроение? Расскажи свой стишок, который ты учил. Дети. Дети водят головой. Хлопают? Хлопали ладоши. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Ты? Ты? Такой? Ты плохой. Хороший. Хороший? Да. Танцы. Антоша! Не надо, не надо, Зая. Ты меня пугаешь. Танцоры мои. Я хочу на танцы. Афоня! Синяя полоска. Да.
Куда мы едем, сынок? Папа, я обещаю. Да, поехали. С мамой тоже обуется. Пошли черные. Пошли черные.